Как правильно выдавить сок из алоэ в домашних условиях? Сок алоэ приготавливают несколькими способами. Все они выполнимы в условиях обычной квартиры и не требуют специального дорогостоящего оборудования. Способ получения сока алоэ номер один. Листья взрослого растения срезают, тщательно промывают холодной водой. Острым ножом нарезают на небольшие кубики. Кусочки складывают в марлю, сложенную в 2-4 слоя. Сок отжимают, затем процеживают, используя сложенную в несколько слоев марлю. Готовый сок хранят в холодильнике или темном холодном месте. Способ получения сока алоэ номер два. Как и в предыдущем варианте, возьмите самые мясистые листья растения. Промойте их холодной водой. Нарежьте небольшими кусочками. Перекрутите листья через мясорубку или перебейте блендером. Полученную массу отожмите, используя марлю или хлопковую ткань. Сок храните в холодном месте, защищенном от солнечных лучей. Выдавить сок алоэ можно и руками. Для этого сделайте следующее. Возьмите несколько самых мясистых листьев алоэ. Промойте их. Ножом с острым лезвием снимите с одной стороны тонкий слой кожи. Выдавите в емкость жидкость. Как приготовить и сохранить сок алоэ в домашних условиях? Три способа приготовления сока алоэ, описанные выше, подходят для любителей. Профессионалы применяют другой способ. Чтобы приготовить сок алоэ по всем правилам, выполните следующее. Устройте растению голодовку, то есть лишите его полива на 2-3 недели до предполагаемого среза листьев. Срежьте нижние листья, промойте холодной водой. Используя бумажные полотенца или салфетки, промокните оставшуюся на листьях влагу. Капель воды быть не должно, лист должен быть совершенно сухим. Оберните листья в фольгу или плотную натуральную ткань несколько раз, закройте все щелки. Лист не должен выглядывать из ткани. Уберите листья в холодильник на 10-14 дней. По истечении указанного срока разверните материал, уберите все потемневшие листья. Они не подойдут для приготовления сока. Далее вы можете выдавить сок вручную, либо при помощи мясорубки или блендера. Полученную кашицу процедить через несколько слоев марли, отжать. Сок процедить дополнительно. Разбавить водой и хранить в холодильнике. Хранить рекомендуют сок алоэ в холодном месте при температуре от плюс 5 до плюс 15 градусов. Лучше всего для этих целей подходит холодильник, потому что там нет доступа солнечному свету. Как использовать отжимки от алоэ? Отжимки от алоэ используют для приготовления масок для лица, тела, рук и зоны декольте. Иногда жмых от алоэ используют в пищу, наравне с соком для лечения многих заболеваний. Отжимки не рекомендуют хранить длительное время.